Итак, привет, друзья! Сегодня вновь с вами канал «Я и мой хвост», я его автор и ведущий Олег. Итак, тема сегодняшней нашей передачи – это перестежка. Вчера вот я сшил такую перестежку. Перестежка – это один из видов поводков для собак. Чем же он отличается от обыкновенных поводков? Ну, как минимум, он отличается тем, что с двух сторон этого поводка находятся карабины. То есть не с одной стороны, а именно с двух сторон. Помимо всего прочего, этих карабинов здесь еще находится по всей длине, ну, в зависимости от ваших желаний, находится либо кольца, либо полукольца, тоже разной длины. То есть в разной длине, то есть магазины предлагают в основном по несколько, то есть как минимум раз в серединке одно полукольцо. Ну и еще где-нибудь по длине, то есть три полукольца. Ну, может быть, одно кольцо. Я, исходя из своих потребностей, сшил себе перестежку именно под себя. То есть, помимо того, что мы можем изменять длину поводка, то есть вот поводок у меня, по сути, по своей является двухметровым. Я еще с одной стороны пришил светоотражающую ленту для того, чтобы было видно в темноте, когда мы ходим, чтобы нас видели издалека в свете фар, там, в свете фонарика и так далее, в силу специфику своей работы, то есть мне это очень удобно. Итак, давайте с самого начала. То есть я взял 2,5 метра, точнее 5 метров взял ленты ременной шириной 3 сантиметра, сшил посерединке, не посерединке, а в различных участках длины, в зависимости от своих потребностей, шил еще дополнительно раз, два, три, четыре, пять, шесть полуколец. Итак, для чего мне это необходимо? То есть, вот смотрите, два карабина я взял, пристегнул, и у меня поводок из двухметрового превратился в метровый поводок. Перестегнул, допустим, я здесь, у меня поводок из двухметрового превратился в полутораметровый поводок, да? Если мне нужно где-то привязать животное, я точно так же не буду узлы там различные вязать, а просто застегну вокруг какого-то объекта петлю, и животное у меня будет либо на короткой привязи, либо на длинной привязи. Ну, помимо всего прочего, я могу одновременно водить на одном поводке двух собак. И плюс к тому же ко всему, если у меня нету ошейника, использовать, значит, как бы вот эту перестежку как еще и ошейник. То есть вот два вида: это жестко закрепленный и мягко закрепленный, когда мы будем гулять с собакой. Ну, давайте сейчас я на собаках продемонстрирую, как это все будет выглядеть.